Винсент Ван Гог написал «Звездную ночь» в июне 1889 года, за год до своей смерти. Эта картина признана одной из лучших работ художника. Что на самом деле изобразил Ван Гог? В 2004 году с помощью космического телескопа «Хаббл» наблюдали за вихрями облака, пыли и газа вокруг удаленной звезды, которые напомнили им картину Ван Гога. Они начали детально изучать свет в живописи художника и обнаружили ярко выраженную модель жидких турбулентных структур. Оказывается, когда художник находился в лечебнице во Франции, он запечатлел одно из самых сложных понятий в науке – турбулентность, при котором в потоке с энергетическим каскадом самопроизвольно образуются крупные вихри, порождающие вихри меньшего размера, а те – еще меньшие. Ван Гог каким-то образом смог выразить одна из самых сложных концепций природы, соединив в своем воображении величайшие загадки движения, течения и света.